Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 30 липня про стан автодоріг Миколаєва та їх ремонт говорили на засіданні профільної депутатської комісії міської ради. За підсумками зустрічі, як повідомляє сайт мерії, міський голова Олександр Сінкевич планує звернутися до управління Укртрансбезпеки щодо визначення місць встановлення на в'їздах до Миколаєва вагових комплексів, а з вагових стевідорних компаній пропонує вести онлайн-трансляцію. Також мер закликав представників портового бізнесу перераховувати по 10 гривень з кожної тонни вантажів до спецфонду для ремонту міських доріг. Отже, про те, які фактори впливають на стан миколаївських доріг та як покращити їх стан, говоримо із нашим гостем. В студії Юрій Степанець, заступник Миколаївського міського голови. Вітаю вас. Добрий вечір. Як я вже сказав, ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Телефонуйте, якщо маєте запитання, побажання. Ми будемо працювати приблизно ще 25 хвилин, можливо, трошки менше. Спочатку пропоную пройтися по цих озвучених вчора ініціативах, хоча не всі вони нові. Знову ж таки, наприклад, звернення до управління Укртрансбезпеки щодо визначення місць і, мабуть, таки, нарешті, облаштування вагових комплексів на в'їздах до Миколаєва. Про це ми говоримо не перший рік. І щороку озвучується проблема, що не вистачає кадрів, в першу чергу, так? Так само і тепер? Ну, я думаю, нічого не змінилось. Дійсно, цю тему обговорюють вже не перший рік. І я не знаю, яке кількість вже совещаний було проведено по цьому питанню, яке кількість задач поставлених. Постоянно жалувались начальники Укртрансбезпеки, у нас їх не один був вже за це час, що постійна нехватка кадрів – це перше. Тобто їх штатна численность не дозволяє охватити повністю город, тобто в'їзди в город з усіх сторон, це раз. Второе, постійна нехватка у них цих весових комплексів було. Там, то два їх було, то три, то один поломаний, то второй поломаний, то третій, який працював, вдруг не з того ні з цього поламався в процесі роботи. Тому і проблема, я смотрю, не сильно та й рішається. Что касается оборудования самих площадок под эти весовые комплексы, я хочу сказать, что депутат Шульгач, есть у нас такой, вы знаете, да, это директор частного предприятия «Автодор», Николаев «Автодор», он за свои деньги оборудовал площадку под весовый комплекс в районе поворота на Матвеевку. Я смотрю, он как стоит, так и стоит, и не используется. То есть говорить о том, что город не идет навстречу, не помогает, это неправильно. Я лично сам объезжал полностью все направления, мы искали возможности, где можно поставить такую площадку для размещения комплекса этого. К сожалению, таких мест не очень много, это раз. Во-вторых, даже те места, которые там мы можем найти, там, они не подходят технически под установку этих комплексов. То есть есть ряд требований технических, где может устанавливаться данный комплекс. Поэтому город готов идти навстречу, город готов помогать Укртрансбезопасности, помочь оформить. Каким чином саме? Сделаем площадку. Я думаю, мы изыщем средства. Питание кадровое можно якось вирішити? Мы даже выделяли своих людей с управления транспорта, чтобы они помогали работникам Укртрансбезопасности работать на этих площадках. Поэтому мы готовы даже работников управления транспорта направлять на эти площадки, чтобы они помогали работать работникам Укртрансбезопасности. Я думаю, с освещением мы тоже решим, потому что часто проблема, что есть весовой комплекс, нет подвода электричества, это тоже, в принципе, решаемый вопрос. Было бы желание работать, было бы действительно то количество людей необходимо, которые будут работать на этих весовых комплексах. И самое главное, чтобы это были честные люди, прежде всего. Потому что можно поставить комплексов масса, но мы знаем прекрасно, что, к сожалению, стоит комплекс, а машины идут. Сколько таких комплексов потребно? Там достаточно 4 комплекса нам достаточно, чтобы перекрыть город Миколаїв. Тобто це основні в'їзди до Миколаєва, да, саме да. По яких заходять великовантажні машини. Да, да. Знову ж таки, ви сказали, місто готове йти на зустріч, облаштовувати і так далі, але постійного контакту з цього приводу з Укртрансбезпекою чи з іншими структурами немає, тобто якісь терміни, літо, вже серпень, завтра починається. Ну, я хочу сказать, что мы же говорили, что эта тема не первый год обсуждается. Еще 3 года назад городскими властями была разработана схема въезда в город Миколаїв крупногабаритного транспорта. И, по сути, в город Миколаїв мы определили только один въезд со стороны Баштанского шоссе вдоль улицы Новозаводской, по улице Турбинной.
и по улице Кузнечной в порты. Либо транспорт, который идет на корабельный район, там тоже у нас находится. Это единый маршрут, за яким? Это единый маршрут. Мают заходить. Город потратил массу порт. Средств, было установлено там более 1000 знаков дорожных, где было четко указано, где запрещен проезд грузового транспорта. Транс, всех мы поставили знаки везде, потому что люди жалуются, действительно, это неудобно для горожан, это неудобно для водителей других транспортных средств, когда машины, большегрузы паркуются вдоль улиц. Мы поставили везде знаки, запрещающие остановки большегрузному транспорту. Но, к сожалению, мало того, что не выполняется элементарное правило дорожного движения водителями большегрузов, так, ну, все равно въезжают там в город со всех сторон, вы знаете, из киевского направления, из одесского направления. Мы пытались, вы знаете, перекрывать въезды блоками бетонными. Это вызывало массу нареканий, доходило чуть ли не до драк на местах перекрывания. Приезжали там даже депутаты, кричали там и... Герои Украины были у нас на этих постах, возмущались, почему мы перекрываем город для въезда больше грузов. Там, ну, к сожалению, эти меры не приводят к тому результату, который мы хотим получить, чтобы действительно город был очищен от этого потока больше грузов, чтобы они въезжали только одной дорогой и заходили в порты. Ну, к сожалению, пока не получается. Герои Украины сами не один? Ну, один герой Украины, да. Ну, не хочу називати його. Ну, всі і так знають, хто у нас герой України, хто... Я все ж таки, я розумію, що вам, можливо, зараз складно назвати якісь конкретні терміни, але, можливо, ви знаєте, коли в чергове буде спроба налагодити контакт з Укртрансбезпекою, можливо, якісь ще додаткові потрібні структури, чи є співпраця з патрульною поліцією в цьому питанні? Мы периодически постоянно проводим совместные совещания, ставим задачи. Главное, чтобы каждый выполнил свою работу. Ну, то есть, если машина, стрелит, если мы видим, за дотриманием конечно, знаки, ну, мы же прекрасно знаки. Видим, ну, едет машина, допустим, там, по Херсонскому шоссе, либо там по проспекту, либо там по пограничной, где стоят знаки, конкретно указывают, что проезд запрещен в грузовом транспорте. Просто не выстачает и полицейских? Поэтому элементарно надо, да, если проезжает патруль, должен установить машину, минимум хотя бы оштрафовать водителя за то, что он едет под запрещающий знак. Это раз. Укртрансбезопасность должна заниматься своими вопросами. Они действительно должны сделать так, чтобы в город не бежали машины, вес которых превышает нормативные показатели. То есть каждый должен выполнять свою работу. Якщо вам відомо, можливо, ми знову якийсь миколаївський велосипед винаходимо, а, наприклад, в Одесі, в Херсоні це питання якось вирішується? Ну, в Одесі... Чи там так само залежить від того, укртрансбезпеки, від того, чи не вистачає людей, не вистачає комплексів? Ну, в Одесі, допустимо, зробили окрему дорогу для грузовиків, які заходять в порт. Поэтому там как-то самі Одесі более... чи в самій Одесі? Взять тут же, допустимо, порт Южний. Там сделали отдельную дорогу для грузовиков, сделали большой накопитель отстойник, где они могут отстаиваться машины, там, чтобы не въезжать там днем и не нарушать температурный режим, и не давить дороги. Ну, это довольно-таки очень дорогостоящие объекты, так скажем, и поэтому город сам не потянет это все сделать. Поэтому Александр Федорович призывал и неоднократно призывал представителей бизнеса, которые, операторов бизнеса в порту, чтобы они поучаствовали, действительно, хотя бы восстановили ту дорогу, которую мы определили для въезда в город. Вы знаете, что Новозаводская улица на сегодня и Турбинная практически не проездные. Постоянное движение крупнотоннажного транспорта разрушает эту дорогу, ее практически там нет. И те меры, которые принимает город, ну что город может сделать? Ну, хотя бы пройти грейдером, даже это уже не помогает. Там надо делать капитальный ремонт, причем Александр Федорович хочет, чтобы эта дорога была сделана из бетона, чтобы уже навечно ее сделать. Ну, это довольно-таки очень большие средства, и без помощи действительно морехозяйственного комплекса нам не справиться здесь. Ну, вот вчера он в чергове закликав стевидорів, ну, в принципе, представників портового бизнеса по 10 гривень с каждой тонны вантажів выделять в спецфонд саме для ремонту доріг. Чому саме така сума, якщо вам відомо? От я так прикинув, якщо не помиляюсь, близько 20 мільйонів тонн у нас через порти проходить офіційно. Перевантажується щороку, чи трошки більше навіть 20 мільйонів? Більше, скоріше всього. Більше. Ну, це принаймні 200 мільйонів гривень. На що могло б вистачити цих грошей? Що відремонтувати, яку площу? По крайній мірі, капітально відремонтувати вулицю на Заводську Турбіну, і тих грошей би вистачило. За один рік? Так. Що може бути
вірніше, за яких умов може бути ця ініціатива почута, сприйнята, механізм, як це? Ну, запропонував Олександр Сінкевич. Відреагують чи не відреагують представники портової галузі чи керівництво адміністрації морських портів? Це може бути вирішено без залучення, я так сподіваюся, законодавців? Чи все ж таки необхідні зміни в закон? Чи це може бути на рівні уряду прийнято? Ну, давайте розділимо, що таке вообще эта отрасль, да, перевалка грузов. Якщо це додатково якийсь податок? Ми повинні розуміти, що є державне, да, підприємство, адміністрація морських портів України, там є державний порт. То есть, естественно, здесь необходимо работать в рамках законодательства. Здесь надо вносить изменения там, бюджетный кодекс, там, налоговый кодекс, возможно, там, чтобы сильно какая-то часть там, портовых сборов там, оставалась той территории, на которой расположено это портовое хозяйство. То есть, развитие в Николаеве, а что касалось всех? Да, да, это всех надо, не только же Николаев, эти порты, не только это проблема Николаева. Это первое. Второе, мы знаем, что на территориях морехозяйственных комплексов работают очень много частного бизнеса. Да? Это те же стивидоры, операторы, которые занимаются перевалкой груза, на этом зарабатывают. Там. Со стивидорами, да, можно было, конечно, общаться на эту тему, как сказал Александр Федорович, давайте там, по 10 гривен там, с каждой тонны груза там, начислять в какой-то там специальный фонд города. Ну, это будет их добровольно. И мы будем эти деньги тратить только на ту дорогу, там, которую вы пользуетесь, будем ее обслуживать, ремонтировать. Там. Это может быть их добровольно. То есть, конечно, да. Добро. Это их добрая воля. Там, и к этому мы их и призываем, чтобы они участвовали в жизни города. Вы здесь работаете, вы получаете прибыль, вы получаете доходы. Да, вы платите налоги в городской бюджет в виде там, налога зарплаты, ну, налога с доходов. Но это не та сумма совершенно, которая может покрыть тот убыток, который вы приносите городу путем того, что ваши машины, либо машины ваших перевозчиков, которые возят вам грузы, там, разрушают дорожное покрытие в городе. То есть будет добрая воля стивидоров, конечно, было бы неплохо наполнять какой-то специальный фонд и содержать действительно дорожную инфраструктуру города. К сожалению, те стивидоры, которые приходят к нам на совещание, вот мы собираем совещание, собрали стивидоров. Приходит кто? Приходят директора предприятий, это назначенные люди, это не собственники этих компаний, которые не принимают финансовых решений. Масса собственников компаний, которые расположены в городе Николаеве, это иностранцы. Это же Бунге, это американская компания, да, либо Нобель, там, китайская компания. Ну, то есть, по сути, нам надо разговаривать с собственниками, которых мы глаза никогда не видели. Вопрос. Как бы увидеть собственников и с ними пообщаться будет неплохо. Ну и опять же, не знаю, решают ли еще собственники данный вопрос, поскольку некоторые компании, это крупные акционерные там, общества, там, холдинги, там, где надо проводить собрание акционеров, поднимать этот вопрос на собрании, чтобы они принимали решение, давайте действительно отчислять город Николаев, спецфонд какую-то там копейку, чтобы содержать инфраструктуру города, которой мы пользуемся, благодаря которой мы зарабатываем деньги. Ну, тобто, пока что це... Просто пропозиція, ініціатива. Поки це ініціатива, да. Ну. Від державного підприємства через законодавців, невідомо скільки на це часу знадобиться, і поки що немає відгуку від приватних стивідорів, що теж зрозуміло. Сьогодні мої колеги Натарашевська та Сергій Куропятник поспілкувалися з експерткою громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Тетяною Золотухіною. Цей фонд проводить дослідження, зокрема, щодо ефективності використання коштів міських бюджетів, обласного центру та інших міст Миколаївщини. Вивчали вони і ефективність використання бюджетних коштів на ремонт доріг. Будь ласка, відеосюжет. В Миколаєві 70% відремонтованого за останні два роки дорожнього покриття вже потребують повторної реконструкції. Гроші на ремонт доріг в обласному центрі використовуються непрозоро і неефективно, вважає експерт фонду розвитку Миколаєва Тетяна Золотухіна. Згідно з технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, ремонт доріг повинен здійснюватись за сухої погоди і температури не нижче 5 градусів. Інтересний факт. Заводська адміністрація.
Цікавий факт. Заводська адміністрація. 2017 рік. Непарна сторона вулиці Пограничної від 5-ї Слобідської до Малої Морської. Поточний ремонт дороги. 2018 рік. Та ж ділянка. Ямковий ремонт дороги. Проїдьтеся цією вулицею. Тріщини, ями, вибоїни. Причому тріщини повинні бути закладені. Ями повинні бути закладені. Тому що йде руйнування дороги. Дорога дуже важлива. Там проходять великовантажні авто та інші машини. Це одна з центральних магістралей. Вона вся у вибоїнах. Подивіться на дати проведення цих ремонтів. Сніг, дощ, сніг, туман. Тетяна Золотухіна вважає, що відсутність технічного паспорту, який за вимогою вище згаданих технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, повинна мати кожна вулиця міста, може призвести не лише до неефективного, а й нецільового використання коштів. Також, за ствердженням Тетяни Золотухіної, ігноруються норми щодо міжремонтних термінів. Якщо це текущий ремонт, то якщо це поточний ремонт, то для наших категорій доріг це принаймні 5 років міжремонтних термінів. Якщо наступного року на дорозі виникла тріщина і ремонтується це все за бюджетні кошти, тобто на ділянці дороги, де були поточні ремонти, припустимо, 2017 року, 2018-му на ній же ямковий ремонт, то таку яму повинен закладати, вибачте, підрядник в рамках виконання гарантійних умов договору. Але є на Миколаївщині приклади міст, в яких до ремонту доріг ставляться інакше, ніж в обласному центрі. По Миколаєву, по адміністрації Корабельного району, за період дослідження, це 17 май-травень 2019 року, було 80 договорів закупок поточного капітального ремонту доріг внутрішньоквартальних проїздів. І тільки 3 з них попали в систему «Прозоро» з 83. По місту Баштанка було 39 таких закупок, і всі вони попали через оголошення системи «Прозоро». Тобто витрачання коштів місцевого бюджету Баштанської ОТГ дуже доброчесне, прозрачне, прозоре, має на меті, по-перше, ефективно їх витрачати, саме через систему вона дозволяє економити кошти через торги. У місті Вознесенську, за дослідженням експертів Фонду розвитку Миколаєва, ситуація теж непогана. Усі дані, які отримав Фонд розвитку Миколаєва, будуть оформлені в аналітичну записку і направлені до об'єктів аудиту. А миколаївцям залишається чекати ремонту доріг восени, адже департамент житлово-комунального господарства оголосив 7-мільйонний тендер на поточний ремонт доріг в усіх 4 районах міста. Строк завершення ремонту – 5 грудня 2019 року. Хоча по основних тезах, тепер давайте докладніше. Щодо відсутності паспортів вулиць і доріг, те, що дійсно прописано у вищезгаданому документі Мінрегіонбудом прийнятого, в Миколаєві взагалі немає жодного такого паспорту? Паспорта є, к сожалению, не на всі, дійсно, вулиці, не на всі дороги. Тут вопрос неоднократно мы тоже поднимали. У нас основной балансодержатель дорог у нас это ЭВО «Автодорог». Это касается центральных магистралей города. Действительно, есть паспорта не на все дороги. К сожалению, изготовить паспорт это тоже стоит денег. К сожалению, тех денег, которые выделяются ЭВО «Автодорог» на содержание дорог, хватает еле-еле на эти ямочные ремонты. Поэтому и то не всегда, вы знаете, состояние дорог мы видим прекрасно. Очень много ям по городу. Поэтому изготовление паспортов требует дополнительного выделения средств, чтобы сделать эти паспорта дорог. Это первое. Что касается, как уже сказала эксперт, по поводу проведения закупок, да, по ремонту дорог, либо там по капитальному, либо по текущему, без системы «Прозоро», она коснулась там администрации районов. Там, у нас администрация района отвечает за частный сектор и в основном занимается внутриквартальными проездами. Это их зона ответственности, они ремонтируют внутриквартальные проезды, делают капитальные ремонты. Действуют они в рамках, опять же, закона о публичных закупивлях, то есть если до 1,5 миллиона это сумма, то они могут заключать договора напрямую. Скорее всего, этим и пользуется администрация районов, чтобы освоить деньги в полном объеме и чтобы не оставались остатки, они, скорее всего, заключают договора напрямую, поэтому такая ситуация происходит. То, что свыше 1,5 миллионов, естественно, проходит через торги, как положено, через тендерные закупки, и я думаю, что нарушений в этом нет.
Снизить порог? Можно снизить порог. Но, к сожалению, у нас система тендерная несовершенна на сегодняшний день. Вот вам живой пример там, проектирования ремонта Варварского моста нашего, там, Южно-Бужского. Про місто трошки поговоримо, да, обов'язково. Хто стежить за дотриманням, вірніше, за якістю виконаних робіт? Та ж сама гарантія. Про що сказано? Якщо наступного року на цій самій ділянці знову ямковий ремонт, це значить, що минулого року ремонт був неякісний. Технадзор должен прийняти роботи. Тільки після заключення технадзору, що роботи виконані в повному об'ємі і відповідають тому качеству, яке там указано, підписуються акти виконаних робіт і производиться оплата подрядчику за виконану роботу. Це робиться одразу по виконанню робіт? Так. Якщо в течение гарантійного срока дійсно виникають такі ситуації, що розрушається дорога, з'являються ями, подрядчик обязан в течение гарантійного срока за свої средства восстановити цю дорогу, справити недостатки. Здесь правильно все сказали, це повинні робити подрядчики. Так само технагляд стежить за цим? Да, мы каждый год, в начале года, технагляд объезжает полностью все дороги, актирует, где действительно есть разрушения, выставляет претензии подрядчику по поводу восстановления дорог, которые они ремонтировали, если это происходит в течение гарантийного срока. Ну, к сожалению... Чи трапляется, что за бюджетные кошти снова ремонтуются наступного за бюджетные кошти они не имеют права это делать. Скорее всего, либо это вот участок дороги, который ремонтировали на следующий год, либо не был отремонтирован в предыдущем. Улица пограничная большая, нас ее ремонтировали кусками. Там. И причем ремонтировали ее там тоже поэтапно. Там, вот, выделили какую-то часть денег, там, положили... Один слой, второй слой уже не положили, потому что не было средств. На следующий год там выделяют эти деньги, там может уже окончать. У нас так Садовую делали очень долго, улицу. Положили один слой, он лежал у нас больше года в один слой. Хотя необходимо там вложить было два слоя, там, потому что не было просто бюджетного финансирования. К сожалению, не все подрядчики выполняют те обязательства, которые они на себя берут. Ну, вот взять тот же проспект Богоявленский. У нас сделало предприятие «Дорлидер». 3 года срок гарантии, не прошло 3 лет, начало разрушаться дорожное покрытие. Выставили претензию предприятию, сначала они отказывались делать, сейчас предприятия практически нет. Ну, ликвидируется, денег нет у предприятия, имущества нет. И... Угу. Ну, тоже органы прокуратуры должны, я думаю, там помочь. Але саме воно кілька років поспіль, постійно вигравало тендер. Работали, работали не один год, вроде бы предприятие было там на слуху и... Довольно-таки качественно они делали предыдущие года эти дороги, но вот сделали проспект Богоявленский некачественно. И, к сожалению, выставленные претензии ни к чему не привели, предприятия не ремонтируют те участки, которые действительно разрушились там, после капитального ремонта. У нас залишається буквально пара хвилин. Хочеться про мости, про існуючі і про поки що запланований у якості проєкту. Кілька слів по Варварівському мосту. Які перспективи щодо визначення все ж таки термінів і вартості ремонту? К сожалению, опять объявлен очередной тендер. Прошлый раз... Ну, добре, що оголошений, але погано, що досі не відбулося. Плохо, що до сих пор у нас немає проєкту ремонту. Вот это плохо, конечно. Прошлый тендер, который был проведен, предприятие, победившее в данном тендере, предложило цену в 15 миллионов гривен за проектные работы. Тендер был оспорен одним из предприятий, там где учредители поляки. Они оспорили тендер данный, посчитали, что те условия и задания, которые были описаны в тендере, ограничили их возможности участвовать в этом тендере. Угу. Сейчас переписали все эти задания и условия, чтобы это был международный тендер, чтобы любой мог участвовать. Какой будет результат тендера? Я думаю, что, наверное, к концу августа мы должны получить результат по данному тендеру. Окрема тема. І, як ви сказали мені перед ефіром, сьогодні знову в Миколаєві були представники японської компанії. В очередний раз ми зустрічалися з представителями японської компанії JATCO, які пропонували нам допомогу в будівництві об'їзного моста, який дійсно вирішив масу проблем міських. В першу чергу зберігав нам мости Інгульський і Южно-Бужський мост. Уже сегодня проголосовали члены рабочей группы, мы выбрали, нам предложили 4 варианта, мы выбрали тот вариант, который больше всего подходит для горожан, который больше всего подходит для жителей области, потому что мост затрагивает не только городскую территорию, а в основном затрагивает территории за пределами города.
Был замгубернатора сегодня Валентин Васильевич Гайдаржи, который поддержал тоже этот проект, это решение. Сейчас все дело уперлось в Укравтодор, как всегда. К сожалению, они не идут сейчас навстречу японской компании, им надо вести переговоры, надо, чтобы Укравтодор выступил заказчиком данного объекта. Ну, придется ждать, когда сейчас... Кто с мая будет завернуться до них? Они обращались, в ответ не получили никакого японцы ответа. Заталось. Да, да, японцы не получили от них никакого ответа. Можливо, міські раді підтримати? Нет, мы поддержим, но в любом случае мы же понимаем прекрасно, что в данный момент после выборов сейчас будут назначения министров. Мы надеемся, что тут новый министр инфраструктуры, который будет назначен на эту должность, там, назначит, естественно, директора Укравтодора, который пойдет навстречу и сделает заказ действительно. Дякую. Дякую. Час програми вичерпано, але є, в принципі, про що поговорити, можливо, вже наприкінці цього місяця. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.